Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В этом видео мы рассмотрим доработку приспособления для распиловки бревен на ленточной пиле. Идея возникла при просмотре одного из видео. На нем приходится распиливать заготовки диаметром до 30 сантиметров, длиной до метра, и проталкивать их довольно сложно. Поэтому я хочу сделать механическую подачу. Мы будем использовать барабан с ручкой, на который накручивается тросик или шнурок какой-то. И он будет тянуть за собой каретку. Принцип аналогичный, как используется для колодцев, для подъема ведра воды. За счет рычага мы получим выигрыш по силе. Сам барабан, конечно, удобно расположить в передней части. А тянуть нам нужно за заднюю часть. Ну и у нас там получается вылет некий от стола ленточной пилы. В задней части у нас будет вынесен блок на некой опоре. Через него будет перекидываться шнурок и идти к передней части, к барабану. То есть в задней части нам нужно поставить некую опору для блока. Сейчас вот как раз каретка в задвинутом назад положении, то есть на максимальный ход. Сама каретка у нас в длине порядка метра, поэтому то есть путь перемещения составляет у нас около метра. Делаем заготовку для блока и для ручки. Вытачиваем блок. Режем заготовку для барабана. Грубая обточка сначала. Подравниваем. Делаем одну из осей. Она будет на разрезном кронштейне получается. Внизу по кадру бобышка для крепления ручки. Ну и сам барабан для наматывания шнурка. Делаем еще один блок. Заготовка для ручки толстовата, немножко уберем лишний материал. Делаем сквозное отверстие и по нему будем растачивать ручку. В каких таких казанах, интересно, китайцы варят такую сталь? Длину ручки прикидываем по болту, на котором она будет сидеть.
Барабан, два блока и ручка у нас готовы.